хочется сказать пару слов за наркостатьи. Сейчас в Беларуси очень модно пошло, эти наркоманы дают им такие по 20 лет, по 15. Я просто что хочу сказать. Эти барыги всегда были презираемы в нашем мире. Их ненавидели, кто за особенно кто за наркотики барыги, их презирали, а их за людей не считали. Ну, сейчас особенно какие-то соли пошли, там за них люди сходят с ума, колятся этими солями, короче, бабы дуреют и мужики дуреют, короче, потом их ловят и в гарем загоняют. Ну, я просто знаю, по нашей жизни можешь колоться, можешь бухать, когда ты умеешь себя держать в руках и знаешь свою дозу. Ну, если человек в игре, или в наркотиках, или в алкоголе меры не знает, и он на эту херню подсаживается, начинает болеть, его считают ущербным человеком. Никто никому не может запретить. Колись сколько хочешь. Ну, если он ущербный, он зависимый человек, то мне скажут: Валера, это наркоман, зависимый, и поэтому имей в виду, меня поставят в курс, чтобы я был с таким человеком осторожнее. Зависимый человек в любой, в бабах, в деньгах, в любой, если он начинает зависимо, у него появляется зависимость, то с ним осторожничают, потому что такому человеку нельзя доверять. Перед ним менты начнут трясти пакетиками, и он все сольет им ради дозы. Поэтому то предупреждали, что лучше с такими людьми не связываться. А так, там были запреты, нельзя колоться, нельзя. Это все херня. Можно колитесь, хоть закалитесь. Но если ты человек падкий до наркотиков, если ты попадаешь в зависимость, то тебя лучше от тебя держаться подальше. Я тоже видел наркоманы там, и нюхали, и воры, короче, и кололись, и героинами. Очень многие были падки на эту херню. Ну, сами держали себя в руках, потому что знали воровское отношение к этому. И предупреждали близкие, что будешь колоться, мы с тобой будем осторожнее и поставим курс всех. И поэтому они боялись, что за эту наркоту или за свою зависимость просто получат по ушам. И, а таких зависимых людей всегда остерегались и обходили стороной. Вот и все.